И всем привет! Сегодня мы будем играть в гоночки, да, трансформация. Газуем. Так, выключим радио, потому что нам оно не нужно. Я вообще первый раз зашел в GTA Online, так что не судите строго, если я буду очень плохо ездить. Что это сейчас был просто полный капец, да. Так. А, понял. Понял, какое это. Трансформировать ее. Простите за мой голос, просто я немного болен. Меня зовут Данил, мне 13 лет, но по голосу вообще не скажешь. Так, так, пока мы едем, наверное, расскажу вообще, как я нашел GTA на просторах YouTube, я ее нашел, да. Вообще, я очень люблю эту серию, она моя самая любимая. Давайте вот так вот полетим просто. Поднимаемся. И... Да чё ты меня бьёшь, ты тупой оленёнок. Вообще достали они меня. Вот чё за люди такие неуважительные? Чувак попался. Прикольно. Надеюсь, тут один круг. Будем надеяться. Вообще, так. Я думал, все, сейчас перевернусь и все. Но нет. Так. Не обращайте внимания на то, что я что-то заговариваюсь, там, тыры-пыры. Просто я не очень шарю видеоблогинги, но я очень хорошо монтирую видео. Так. Мы пока первые, почему-то. Я не знаю почему, просто вроде мы должны быть вторыми, но что-то все сзади как-то оказались. Я просто не понимаю, что за фигня. Я вот играю вторую гонку подряд, ну то есть одну я просто так посмотрел, то есть как вообще там трансформировать все там. Крутые гоночки мне попадались, точнее одна гонка. Ну так вот, и то есть я всегда выигрываю почему-то, я просто не понимаю. Два круга, да? Угу. У нас тут два круга. Да, все, последний круг. Уровень повышен, Громила. Спасибо. Как видите, у меня 7-й уровень. Я только что вообще в GTA 5 зашел. Я ее только что скачал, если честно. Не буду вам врать. Вообще никогда, то есть... Я купил GTA вчера. Сразу ее поставил на ночь качаться. И вот она у меня скачалась, я сразу пошел записывать. Так как у меня есть канал на YouTube. Так, трансформируемся и едем. Очень быстро едем. Не знаю, что еще рассказать. Просто я один, у меня нет друзей. Ну, они у меня есть, но у них нет GTA 5. Так что... У одного друга есть, но у него сейчас ПК пока сломан. И вот так вот. Надеюсь, до 5 июля я буду с ним играть. То есть, вообще, я сейчас играю на очень высоких настройках, а компьютер у меня бюджетный. Да. Все комплектующие у меня есть в описании. То есть, вы можете спокойно сесть, посмотреть, какие у меня комплектующие. Может, вам понравится моя сборка, и вы тоже ее возьмете. Как вы видите, я снимаю 60 кадров, 1080p, 60 FPS. Да. Очень все топово, то есть у меня топовая картинка, у меня топовая плавность, я снимаю в 50 миллионов битрейт и рендерю в 130 миллионов битрейт. То есть у меня все качественно, я знаю, что такое рендер. Если вы подумаете, что я школьник тупой, то нет. Я понимаю все, я редактирую свой голос в FL Studio и... Убираю шумы, а не те школьники, которые просто берут, снимают, даже не монтируют. То есть я бы понимала, если бы они еще хотя бы монтировали, но, блин, надо убирать звук, надо корректировать, надо добавлять студийный звук.
ну, как добавлять. Добавлять никак нельзя студийный звук. Но его можно сделать хотя бы похожим на студийный звук. Чтобы он ничем не отличался от него. Так, пока что мы едем на первом месте. Опять. Я просто не понимаю, что за фигня. Я всегда на первом месте. Я играю в GTA 5. Я играю в GTA 5 несколько часов. Я оставлю ссылку на мой профиль в Стиме. Этот ролик будет выложен прям сегодня. И я просто не понимаю, почему другие люди не могут меня обогнать. Я вообще не умею почти играть в GTA 5. Я зашел только что. И вот, видите, финиш, я первый. Как? Просто. Чё за фигня? Я просто не понимаю, как я это делаю. Просто. То есть, видите, я первый. Что? Да. Это очень что-то. Вот видите, смотрите. Выходим. Погодите. Список лидеров. Я на первом месте. Просто как? Я не понимаю. Да, я хочу выйти. Ну, а с вами был Red Cat. Да, мы сегодня выиграли гоночку. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Все мои комплектующие, настройки, графики GTA 5 вы можете найти в описании. Ну, а с вами был Red Cat. Всем удачи и всем пока.